Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам необычные факты о зебрах. Зебры – обаятельные животные, знакомые нам с самого детства по книгам и мультфильмам. У них яркая внешность и интересные поведенческие особенности. В этом выпуске мы расскажем вам необычные факты о зебрах. Зебры обладают отличным зрением и великолепной памятью. Они могут издалека узнать своих родственников и друзей по сочетанию полос. Физически зебры также способны удивить. Эти животные могут развивать скорость при беге до 60 км в час. При этом зебры отличаются выносливостью и состоянием поддерживать высокую скорость бега долгое время. Зебры не белые в черную полоску, а черные в белую. Их внешность образуется в результате отсутствия пигмента на участках белого цвета. Полоски помогают зебрам защищаться от укусов слепни и мух ЦЦ. Этим насекомым зебры кажутся мельтешением черно-белых полос, и поэтому они их не трогают. У каждой зебры свое сочетание белых и черных полос. По уникальности его можно сравнить с отпечатками пальцев у людей. Двух зебр с одинаковыми полосками не существует. В природе зебры живут небольшими группами. Как правило, в них входит один самец, несколько самок и их детенышей. Самки зебр, в отличие от самцов, моногамны и могут всю жизнь прожить в гареме одного самца. Беременность у зебр длится дольше, чем у людей – 12 месяцев. При этом интересно то, что уже через час-полтора после рождения детеныш зебры может бегать. Зебры спят стоя. Когда стадо этих животных пасется или отдыхает, пара зебр всегда выполняет роль часовых. Они осматривают окрестности в поисках хищников и тем самым охраняют своих сородичей от нападения. Зебры могут скрещиваться с ослами и лошадьми. Потомки от зебр и лошадей называются зеброидами, а от зебр и ослов – зебруами. Зеброиды крайне популярны в Африке. Их используют как ездовых и вьючных животных. Они имеют преимущество перед лошадьми и ослами, поскольку устойчивы к укусу мухи ЦЦ и больше поддаются дрессировке, чем зебра. Сегодня в мире существует три вида зебр – бурчеловые или обыкновенные, горные и греви. Горные зебры и зебры греви занесены в Международную красную книгу как вымирающий вид. Зебр, как вольных животных, на данный момент можно встретить только в Африке. В нашей стране зебры живут в зоопарках. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!